Watch out for the radiation. To hell with you! Мел, get Sonya over here. Так. Ну чё, я могу там Саванта-то вкачать ещё немножечко? Уровень 3-4. Пока лазутчик тогда. No problem. Come on, Sonya. Приветствую еще раз всех на стриме. Странно, как можно бегать в силовой броне. Ну вот как. О. Как будто штаны накакал. Мне вообще эта силовая броня нифига не нравится. Когда брал в предыдущих частях силовую броню, всегда какое-то удовлетворение получал. Впрочем, мне, если честно, вообще никогда не нравилась силовая броня. Я должен в этом признаться. Мне она всегда казалась говном каким-то. Мне всегда нравились всякие кожаные, железные и другие брони. Не знаю почему. Эта силовая броня, она выглядит как-то, ну, блин, я не знаю. Ну, вы поняли. Не сексуально. А уж фетиш из нее какой-то сделать, как в этой части, yes. Это вообще. Ой, сохраняюсь. Когда-нибудь я накоплю столько патрончиков, что мне будет не жалко стрелять из этого пистолета. Но, скорее всего, к этому моменту игра уже закончится. Дикий охотник мутировал, о нет! Что же делать, легендарный гуль-охотник? Как же быть? Бум! Дайте экспы дополнительные! Воровская металлическая броня для туловища. Зачетная зона при взломе замков. Ну слушайте, я возьму, блин. Пригодится, может быть. Уменьшение урона от супермутантов на 15%. 15% от супермутантов? Не думаю, не думаю. Пусть валяется. Да честно говоря, и эта срань мне тоже не нужна. На костюм Келлога все равно ничего не натягивается, поэтому... Я оставлю только смокинг. На костюм Келлога все равно ничего натянуть нельзя, поэтому... Я хочу закончить игру с ним. Так. We need Sonya here. Тодор форсит Т-45, когда я симпатичный Т-51. Мне не хватает силовой брони Анклава. Все? Иди бахай уже. Ой, блин, только не говорите мне, что ссаный робот завис. Конечно, завис, он к ящику прилип. Давай, двигайся. Зачем делать квесты, в которых говно какое-то должно куда-то прийти, если у тебя все постоянно во всем застревает, вонючий тут, блядь. Извиняюсь за мат.
Просто заманало, что в Скайриме это говно вечно что-нибудь заскриптуется не так или застрянет где-нибудь. А ты ходи потом, толкай это. Плохой тот, делай лучше. Моё, где я вообще? We're getting really close. There's a brewery in the strong room. This has to be the basement of that brewery. Brewery, you say? Mel, no. Just kidding. Ну что, открывайте, что ли? Нахрена вы мне нужны? Тут, блин, закрыто. Ну охренеть просто. И чего дальше-то? Ну пол бомбани, я не знаю, где там. But I didn't think there would be this much fighting. Good work on the robot. Very helpful. Thanks. You know, iBots like Sonya aren't easy to come by. She just floated right. Да мне наплевать на твоего робота. Ты мне дверь открой там или типа того. А, терминал. Не заметил. Блин, это тупая музыка. Типа ля-ля-ля. Из трейлера. Так она меня нагнетает еще. Гуль назойливый там. Он мой! Не забирайте у меня этого пуля! Да он... их много. Или я одного и того же убиваю несколько раз. Крышка, зубы крота крыса. Гибельный 10-миллиметровый автоматический пистолет. Увеличение урона болотником и насекомым на 50%. Блин, я возьму, потому что мало ли там. Ну хотя, что это, 28 урона по болотнику? Чего это за говно вообще? Где он там гибельный? Блин, он стоит дофига, я его продам тогда. Для любителей охотиться. На болотников. Так, чё, собственно, в чем там дело-то было? Чё мы делали-то, а? 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 Что за трэш происходит? Это новый RPG от Bethesda. Идем сквозь туннельчик. Робот лопает все, на нас бегут гули. Постоянно, правда, скрипт ломается, как бы, но это ничего страшного. Блин, я вот серьезно, я просто сейчас, у меня сейчас так сгорит, я просто охереть как буду взбешен. Вы просто меня таким злым еще никогда не видели, вот.
Я просто держусь из последних сил, но скоро мне станет очень жарко. Пожалуйста, тупой робот, взорви дверь, лядор, взорви, эксплозион. Боже мой. Так, стоп. Я не понял. Игра вообще не видит здесь этого робота. Господи, твою мать. Это просто жесть. Они тестировали это дерьмо до того, как его выпустить вообще, в принципе, в продажу или нет? Охереть можно просто, охереть. Бля, идите со своими раскопками в жопу, дебилы ебаные, блять, я ухожу отсюда. Это просто дичь какая-то. Просто не понимаю, как можно так говняно все сделать. Мутила. Че ты бегаешь? Клоедство. Directions are correct, and I have my doubts. The strong room should be right through there. If you had anything else you wanted to check out in this tunnel, I suggest you do that first. Может, сейчас заработает? Давай, давай, робот, ты сможешь. Господи. Я прям вижу резюме чувака, который скриптером устраивался в беседу. Полгода опыта работы с HTML. И в пивном ларьке еще месяц. Берем, берем! Он работал в пивном ларьке! Bobby. Great. Как же я сгорел. Well, guys, right. Еще раз извиняюсь перед зрителями Good Game и перед зрителями Твича тоже. Да я тебе верю, я тебе верю. Взрывайте, взрывайте. We just have to work together to get to it. We still need a way to get up there, though. Mel, you think your robot will work here? Look at this place. The foundation is already crumbling. One blast from Sonya, and I bet the floor above will come right down. Well, then make it so. You won't want to be in the room for this collapsing foundation and all. Good thinking. All right, then. Everybody clear out. Sonya, prepare yourself for a blast at maximum power.